Всем привет! С вами Андрей, магазин Ролик.io, и это наша новая студия. Друзья, мы с вами давно не слышались, наш магазин переехал, но я рад, что у нас снова появилась возможность снимать и радовать вас новыми обзорами. И сегодня у нас на обзоре самокат Drone Shadow 2. Давайте посмотрим, что же получила новая версия и чего же она стоит в целом. Кстати, у нас в ТикТоке есть видео с анбоксингом этого самоката, который набрал около 400 тысяч просмотров. Рекомендую подписаться и посмотреть. Drone Shadow 2 – легкий и прочный самокат, созданный на основе модели Shadow Complete. Обновленный скутер получил новые детали серии Drone 2, что делает его лучшим самокатом данного бренда, поэтому вам точно стоит взглянуть на него поближе. Аудитория. Самокат является универсальным и подойдет для начинающих и продвинутых райдеров возрастом от 10 лет. Благодаря прочной конструкции самокат отлично себя покажет как в парке, так и в стрите. Так что же изменилось во второй версии? За счет использования нового сплава алюминия 7 серии самокат стал еще легче и прочнее. Модель получила обновление многих частей, а именно зажима, деки, вилки и колес. За счет обновлений самокат похудел на 20%. Раньше он весил 4 кг, теперь он весит 3,2 кг. При этом самокат, по словам производителя, стал прочнее на тех же 20%. Рассмотрим детали самоката. Основная фишка самоката – это, конечно, дека Shadow, дизайн которой немного изменили по сравнению с первой версией, но и до этого она была пушкой. Изготовлена из сверхлегкого авиационного алюминия, стала легче и прочнее. Длина платформы 50 см, а ширина 12,5. Ну, если быть супер точным, 12,4. Компрессия самоката типа HIT. Это популярное сегодня решение, которое немного уступает СКС компрессии по прочности, но зато оно легче и дешевле. Общий вес самоката небольшой, как уже упоминали, 3,2 кг. Руль U-образной формы из 65-го сплава хромолиума, длиной 53 см, очень удобный, легкий и прочный. Оснащен эргономичными грипсами, обеспечивающими цепкий хват во время катания и исполнения трюков. Ездит самокат на вот таких 120-х колесах, выполненных методом литья из алюминия Т-70-75. Внутри у нас подшипники ABX-7. Выглядит самокат строго и престижно. Идет он в 4 цветах: Black, White, Neochrome и Polished. Итоги. Трюковый самокат Shadow 2 – это отличный выбор как для новичков, так и для продвинутых райдеров, оснащенный всем, что необходимо для комфортного катания. Будьте уверены, когда вы обзаведетесь этим самокатом, он станет для вас лучшим другом на долгое время. Кстати, приобрести его вы можете в нашем магазине Ролик.io по ссылке в описании. Было бы приятно получить от тебя лайк и подписку. И, конечно же, не забудь нажать на колокольчик, ведь это действительно мотивирует нас сделать новые обзоры, которые помогают тебе не ошибиться в выборе. А если хочешь увидеть обзор на конкретный товар, пиши о своем пожелании в комментариях. А с вами был Андрей, магазин Ролик.io. До новых встреч!